по максимуму. Ура! Мы добрались наконец-то до Уфлета. Вот мы в Outlet, и здесь, как всегда, обалденно классные вкусные скидки. И посмотрите, какая вокруг красота. Вся атмосфера уже и говорит, скоро Новый год и Рождество. И это безумно классно, аж до мурашек у меня не бегут. Мы в городе Аркуатос-Кривер. Мы город сложно назвать? Так, поселок городской. Костюш приедет из Милана. Что реально это на крыше, потому что вообще места нет. А сейчас мы с вами поедем в Сировали. Почему мы приезжаем в принципе в Сировали? Потому что в Фиденди нет таких брендов, как Бёрбери, как Карл Лагерфельд, Гуччи, Москина, поэтому с ними мы приезжаем сюда. Когда мы приезжаем в Сировали, в наш следующий аутлет, мы всегда останавливаемся в каких-то поместьях и домах, например, вот как этот. И здесь настоящая деревня. Слышно, как поют петухи, не знаю, лошадки бегают, животные, и вся природа, она такая классная. Аутлете, конечно же, всегда большое количество народа, но особенно это характерно для периода распродаж и нашей любимой черной пятницы. И сегодня здесь просто сумасшествие, в некоторых магазинах были просто закрыты двери, в прямом смысле этого слова.